Дорогие друзья, известная советско-российская певица, легенда всей российской эстрады Анжелика Варум серьезно заболела. Об этом сегодня рано утром сообщил директор Первого канала Константин Эрнст. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите внимательно за нашими новостями. Только так вы будете знать все, что происходит с российскими звездами шоу-бизнеса. На данный момент, по сообщению директора Первого канала, на телевидении собирают денежные средства для того, чтобы помочь вылечиться известной российской певице Анжелике Варум. Через несколько дней певица улетает в Германию на серьезное медицинское обследование. Мы пытались связаться с ней напрямую, но она отказывается разговаривать с прессой. Ее концертный директор также отказался от каких-либо комментариев. Очень сильно переживаем, друзья, ведь для нас она как родная. Если вы будете смотреть наши новости, друзья, каждое утро вы будете знать всю правду новостей.